Всем привет, здравствуйте! Сегодня у нас Лео или Лио, возможно, с композицией One Look. Все ссылки на экране, а где же им еще быть? Не транслироваться же из вашего монитора прямо на вашу стену, что было бы редкой крепотой. В любом случае, поддержите канал, и мы начинаем. Очень прикольный бит, потому что крик этот, который идет, он напоминает мне вот музыку там Urban, по-моему, или как-то это называется, или Urban, как правильно читается, пишите в комментариях, вроде бы как урбанистичную музыку, вот такой же поджанр электронный. Я его не особо много слушал, но первая ассоциация возникла в голове, поэтому, возможно, где-то когда-то я слышал больше, чем думал. Возможно, даже немножко еще минимал техно здесь какого-то есть. Ну, скорее всего, человек, который продюсировал эту композицию, явно знаком с электронной музыкой очень плотно и, возможно, является даже каким-нибудь диджеем или музыкальным продюсером, который на ней специализируется. Ну, потому что такое очень специфичное звучание, и здесь от поп-музыки, ну, где-то половина пока что. Опять же, ничего против не имею, просто такое интересное наблюдение, что оно звучит именно как электронная музыка с вайбами поп-музыки и вокала. Кстати, вы помните, у меня есть такая привычка, кто не знает, напомню, что я люблю, чтобы... Не привычка, а хотелка. Или даже какое-то, не знаю, попытка гармонизировать видео и... Точнее, привести в гармонию видео и музыку, это чтобы ревер совпадал с пространством, в котором происходит клип. И кому-то могло бы показаться, ну, тут такой достаточно большой ревер, то есть большое эхо, отражение от стен. Но мы вроде бы на улице нет стен, голос будет звучать достаточно сухо на улице, если нет чего отражаться. Поэтому спорно, но тем не менее, вообще, само звучание голоса, как он обработан, это очень здорово. Что сказать, композиция достаточно такая отрешенная, спокойная, немножко медитативная, но напоминает мне, знаете, вечерние какие-то часы, когда летом вот вы уже уставший такой, вот прямо очень уставший, но вот вы готовы вот встретиться с друзьями, едете куда-то так немножко обреченно, даже не обреченно, а как-то опустошенно, но вот с какой-то такой легкой надеждой на будущее. Чисто мои личные какие-то ассоциации. И да, музыка такая плавная, из вечерней перетекает в ночную. Тоже термины, которые все алды должны уже понимать. Ну, если нет, просто задумайтесь, почему музыка может быть дневной, ночной, утренней и так далее.
Я добавил это в свой плейлист, потому что мне понравилось. Ну, параллельно буквально, пока смотрел, быстренько добавил. И думаю, как разрядка после тяжелого рабочего дня, прямо отлично. Так же, как список бустеров на экране. Конечно же, все прекрасные люди, вот, милости прошу, смотрите, благодарите, они поддерживают все это, благодаря ним у меня есть силы на то, чтобы вообще все это снимать. Спасибо. Еще раз спасибо. Я не устану это повторять, возможно, вы хотите большего разнообразия, может, мне еще в стихах это все делать. Ну, когда будет 100 бустеров, тогда и в стихах, и с песнями буду благодарить. Да даже он с кардебалетом, если будет 1000 подписчиков на бусте, чего ж греха таить. Короче, спасибо. Также, бусте, ранний доступ ко всему, что выходит на всех каналах, дополнительный контент. Например, недавно вышел ролик про то, как я делал песню «Лунная ночь». Да, кстати, на канале MP Entertainment все это есть, вся музыка, которую я делаю, продюсирую и так далее. Тоже все ссылки в описании, на экран все не влезает просто. Я много чего веду. А на бусте еще всякие шоу с моими комментариями, историями из жизни, школы, там какие-то личные моменты. В общем, там больше, чем здесь, в разы. Так что, сами думайте. МП Ревьюс, Кей-поп новости, МП Лайв стримы, телеграм-канал Хаплокация по-прежнему Максим. Я не говорю прощай, говорю до новых встреч. Пока.